И он стоит в кустах, в густонаселенных кустах, чего, в принципе, не должно быть. И повернут он на дом. Для чего установлен этот знак, не совсем понятно. Наверное, бы, на наш взгляд, было бы логичнее установить его на повороте от улицы Урожайной до улицы Геологической, потому что там пешеходный переход, там остановочный пункт, отсюда ходит школьный автобус.